Всем доброе время суток, с вами канал Оха54 и я Владимир. Ну вот, уехали речные диваны, ну или скамейки, кому как нравится. И на их месте уже появилась лесенка. Вот такая лесенка, сделана она из сосны, 3 забежных ступени и 7 ступеней наверх. Не сильно большая лестница. Но разговор сегодня пойдет не о лестнице, а разговор сегодня пойдет, как пилить острые углы на широких заготовках. Вот на второй ступени у меня тут вот такой вот срез. Срез 57 градусов. Ну, некоторые торцовки пилят и такое, но не на широких заготовках. То есть ее надо, торцовку, заваливать и пытаться что-то распилить. Но я сегодня вам покажу, как на торцовке можно пилить и как пилить можно на циркулярке. Ну, на циркулярке, конечно, прилада. Без прилады такой угол на циркулярке не запилишь. Ну и на торцовке тоже, там все равно придется делать приладу. Если с узкими заготовками там пилить угол, допустим, 70 градусов, без проблем, там вставили клинышек, отодвинули, отрезали, то здесь на широких элементах это уже проблематично. Но пойдемте. На торцовке я раньше пилил вот таким вот образом. То есть сюда ставил брусок для наклона заготовки, задавался угол. Вот этим барашком, если открутить барашек и двигать заготовку, то угол становился круче. И таким образом выставлялся, какой надо угол. И остальное я добивал наклоном торцовки. Вот так вот это выглядело все. Чем ближе брусок подводишь, тем круче угол. Но тут главное, чтобы не встретиться вот с торцовкой. Ну и таким методом я выходил из положения. Вот таким вот образом. То есть, чем ближе тот брусок будет подвигаться, тем здесь будет становиться острее угол. После того, как появилась циркулярная пила у меня, стал я практиковать острые углы на циркулярной пиле. Сделал вот такую вот каретку. Каретка эта простая. Просто одевается на параллельный упор. Здесь у нее вот так устроено, то есть две прорези и планка прикручена. Две шпильки на 10 и все, и на этом все. Обвернул параллельный упор и по нему она ходит как по салазкам. Сейчас я заложу заготовку. Вот и все готово. Абсолютно не напрягаясь, все отпилено. Сейчас замерим. Ну вот, как и было настроено, есть погрешность, конечно, но это надо штурвальчиком маленько построить, и все будет нормально. Заготовки, конечно, это все проблематично, то есть рывками это еще тяжелее
становится. Оба варианта абсолютно рабочие. И на циркулярке, и на торцовке. Но на циркулярке мне понравился больше. Очень удобно подстраивать и настраивать угол. На торцовке это проблематично. То есть все это рывками. То ли там раз подкрутил и настроил, то ли здесь все это рывками по миллиметрику. И сама торцовка тоже все это рывками. Лифта нету. Ну вот, как бы на этом все. Всем удачи. До встречи.